ты пишешь? Да, друзья, всем привет. Всем привет. С вами Елисей Борис. У нас отличная новость. Наконец-то нам привезли сегодня столы. Мы их привезли, собрали. Завтра нам привезут рекламу. Водичку с кулером. Ну, самый кулер мы уже важный, купили. Важный, да, чай, чтобы пить. Вот. И в среду, да, в среду у нас назначено будет открытие нашего агентства. Так что у нас все идет по плану. Сегодня мы с Борисом решили проехать, поснимать ряд обзоров. Новостройки города Адлера. Города Адлера, да. Поэтому у нас все хорошо. Идем к намеченной своей цели. Вот. Очень много было подготовительных каких-то работ, да, Бори, но в принципе все сложилось. Конечно, удачно. Все равно у нас... смена, она всегда требует опять потом встать в колею, опять, да, брать внимание, камеру, сейчас, снимать. Да. Но благодаря тому, что у нас действительно собралась аудитория, которая очень лояльно к нам относится, нам очень это очень нравится. И спасибо вам, дорогие подписчики, что вы нас поддерживаете. Сейчас наши каналы оба, да, что у тебя, Борис, Аленыч, что у нас с Мариной, в принципе, по просмотрам, по каким-то конверсиям, да, по отзывам и так далее, комментариям, даже улучшилось состояние канала, даже мы к этому-то не были готовы, что думали, что нам надо до Нового года будет как-то раскачивать свои каналы, вернуть своих подписчиков, но вы молодцы, вы вернулись к нам, мы очень вам благодарны. За вашу активность. Да, за вашу активность. За ваши теплые слова, которые, скажем так, побуждают делать еще больше контента, еще больше для вас снимать. Да, жизнь, да, города Сочи и недвижимость. Мы будем и дальше интересное видео снимать, немножко будем менять формат, что-то будет для вас открытием. Не хотим, в принципе, банального. Копирую все то, что уже было, поэтому интересное что-то, но оно будет, вот, для вас. Вот, так что, друзья, те, кто к нам присоединился только на этот канал, подписывайтесь на наши каналы, вот, и ждите новых обзоров. Всем пока, всем друзья. Пока. Ну и в бонус вам посмотрите, какие у нас замечательные, красивые горы, заснеженные. У нас сегодня солнечная погода. Посмотрите, какая красота. Перестаю удивляться. Да. Этим видом. У нас сегодня солнечная погода, прям тепло. Даже в куртках стало нам жарко, так что придется даже, наверное, переодеться в что-то более легкое. Вот. Так что, друзья, приезжайте в Сочи, даже в такую погоду можно классно отдохнуть. Цены сейчас не такие дорогие. Доступные в Сочи парке, он вообще там 150 рублей там что ли за сутки. Да еще и завтрак. Да, вот мой подписчик ко мне приехал в Сочи, и побыли, мы погуляли несколько дней. И вот он удивился, говорит, как так можно в Сочи отдохнуть за такие 3 копейки. Ну все, еще раз всем пока, друзья. Надеюсь, видео понравилось, поставьте лайк.